Наш проект называется Бритумен. Это игра, помогающая узнать об особенностях жизни человека, хрупкого человека. Дальше. Макс. В чем заключается проблема? Низкая осведомленность людей, общества о проблемах детей с несовершенным остеогенезом. Дальше. Решение. Это онлайн-игра, которая помогает узнать об особенностях жизни с заболеванием с помощью принятия решений в разных ситуациях. Влияние. Мы будем измерять количество людей, поигравших в игру, и в процессе игры человек знакомится с заболеванием. А также людей, которые поделились результатом или процессом игры в социальных сетях. Ресурсы. Сейчас есть кликабельный прототип. Нужны дизайнеры и программисты для создания полноценной онлайн-игры. И что создано за хакатон? Мы придумали название, логотип, механику игры и кликабельный прототип игры. В перспективе наш проект будет выглядеть примерно вот так. То есть выполнено это в форме теста. Дальше, Мурн. Как мы видим, своеобразная панель с вопросами и сами вопросы, варианты ответа. Также есть возможность поделиться в социальных сетях и шкала правильных ответов. Дальше. И при выборе правильного ответа будет написан специальный совет, так это или нет. А сейчас мы подготовили прототип, и я попрошу его открыть. И вот наш имеющийся прототип. Давайте нажмем на старт. И, ну, он еще выглядит довольно сырым. Давайте просмотрим. Это все, что мы успели сделать за время. Да. Ну, мы надеемся, что мы еще успеем доработать этот проект. Спасибо.